Приветствую всех на канале. Так, завтра у нас уже июль начинается. 30 июня, 4 утра. Рассвет только начинается. Меляки. Так, что у нас обстановка? Ну, грачи шарятся по берегу. Подъедают. Кто-то с металлоискателем, а кто-то уже купается. Кто-то в воде шарится, ищет клады. А нам вот туда пойдем, в порт посидим пару часиков. Сегодня ветер у нас северо-восточный на лимане. Это не лучший ветер, когда можно рыбачить. Волна. А когда северо-восточный, там, вон, смотрю, даже уже рыбаки ползают. И в этом году я здесь еще, по-моему, не рыбачил. Посмотрим. Меня интересует, есть ли здесь тарань. С утра довольно-таки тепло. Пройдем, посмотрим. Здесь рыбаки сидели. Шел сейчас, там машину поставил. Там вот такая площадка. Там уже, блин, мусора накидали. Здесь он в банке появляется. Берег потихоньку обрастает мусором. Здесь какой-то такой проход образовался. Так, но мне вот здесь где-то пролезть надо. Там тропа идет, да, заодно посмотрю. Да, помните мое обращение по поводу мусора здесь. Сейчас заодно и проверим. Помните, по весне еще гуляли здесь, так было можно пройти легко. Сейчас смотрите, какой камыш вырос. У канава сейчас дождей нету, сухая. Здесь камыш 6-метровый, 5. Какая здесь трава, блин, паутина. Такие дебри здесь, блин. Хорошо светает рано. Вроде встал в 3 часа, темно, пока туда-сюда собрался на заправку. Чак пока там немного поносился по огороду. Приехал, уже светло. Так, ну здесь картина у нас не меняется. Мусор этот весь остался, просто он зарос камышом. Запах стоит от этих погибших дельфинов здесь немного.
после шторма здесь намело у нас вот этого камыша. Вот здесь гора такая, здесь дельфины там были погибшие, тоже их выкинуло. Вот это все и осталось. Ничего здесь не убрали. Да, вон рыбаки уже стоят с утра пораньше. Как сказал, уже северо-восточный ветер воду выгоняет. Получается, вот такие небольшие мелики здесь. Ой. Вот это тоже, блин. Не поймешь, или укрепили, или так навалили. Ладно, иду туда. Посмотрю, что там. Ну и здесь, соответственно, весь этот мусор остался. А кто давно в Ейске был или живет и сейчас, помните, да, как здесь ходили на мол, на левый, открыто все, никаких заборов, пришел, и рыбалка здесь была, и купались в детстве, все лето проводили на молу, попрыгать с мола, покупаться было интересно, и рыбалка была хорошая. Там ходили кометы всякие. А, какой-то ж у нас этот пароход ходил, выпускников катал. Сейчас что-то это все заглохло. Обещали что-то наладить сообщение с Мариуполем, но пока безрезультатно. Но думаю, будет все еще. Давайте так сюда чуть подойду. Начинают появляться у нас медузы. Вон видно, одна лежит, вторая. Так редко, мало-мало. Тогда еще, когда там катался, одну встретил. Ну, становится теплее, вода прогревается, и медузы сюда ползут. Пик обычно на август. Начинает поклевывать. Мелочь, видать, видно здесь, мелкий пеленгас шурует.
толкового пока ничего нету. Так, ну тарани нету, пока только вот такой бычок ловится. Так, ну посидел я часок в районе порта. Редко поклевывает, ловится мелкий бычок. Тарани нету вообще. Мужики сидят, пеленгаса на тройники ловят. Снасть такая у них интересная. Поплавок, грузик и пару тройников с кормушкой. Пеленгас подходит, начинает дергать. Кормушку поедает, прикормку. Они подсекают. Ну, когда повезет, и тройник цепляет пеленгаса. Ну, ерунда. Тарани нету вообще. Да и ветер что-то поменялся. Сначала было так более-менее тихо, а сейчас более северный стал. Все, решил я не терять время. Еще дел куча. Еду домой. Первый раз такой вижу аппарат. Крутишь педали, у него здесь что, винт или что здесь ставится? Водный велосипед, что ли? Каменка, 6 часов утра. Уже люди стали появляться, подтягиваются. Так, суббота прошла, видать, хорошо, даже очень. Понаставили здесь всяких ларьков, развлечений.
даже вот такую рогатку соорудили массивную. Angry Birds. Собаки гуляют. Иди сюда, малыш. Люди подтягиваются потихоньку на пляж. Кто-то червя морского копает, кто-то уже купается. Турники поставили, в тот раз показывал, широченные такие, лесенку такую, ворота, закрепили их, непонятно, шатаются. Когда приехал, машина вон стоит. Здесь такая картина. Ну, люди посидели. Опять здесь несанкционированная мусорка в канаве. Но он там шел 200 метров, 100. Баки стоят. На, сюда нафигачить. Жаворонки. Абрикосы собирал, сушит. Ладно, поехал я. Ты кто, Чикуня? Че, не спишь? Меня ждешь? Все, добрался я до дома. Это батареи потихоньку вырезаю. Ну, практически все вырезал. Они у нас спрятаны были за гипсокартоном. Куда там шарится? Кузя, кс-кс-кс. Кузя. Кузя, арбузя. Так, что у нас нового? О, груши какие. Правда, груша это, блин. Вроде такие груши здоровые выросли. О, смотрите, какие. Но они еще в два раза больше будут. Но она, когда спелая, она становится такая мягкая, такая вязкая, что не особо вкусная. Так, ну что у нас? Огурцы растут, груши вон какие. Растут. Это тоже кефир, что-то в этом году, но какая-то. Еще вот растут, надеюсь. Так, айва. Айва растет. Чаква здесь охотятся. Вот такие уже. Ну, это всякая зелень, мелень. Малина все еще плодоносит. Она уже это, потихоньку эту старую малину убирать.
месяц уже плодоносит нормально. Винограда будет. Так и шмыш. Вон сколько гроздей. Монарх крупный. Ну давайте здесь глянем. Монарх, у него ягоды покрупнее. И вот такие вот. О, это монарх. Такиш мышь, тоже много гроздей. Без косточек, классный. Молдова. Молдова вообще валом. Рыжий. Это преображение. Тетя Бурек. Это наши персики. Ну, им еще рано. Персиков много будет. Так, гранат. Пока ни один не завязался. Что-то цветет, все сыпается. Не знаю. Это, по идее, должен быть гранат. Вон здесь, вот он. Но гранатов пока нету. Все в цветах там. Не знаю, может, вот из этих какой завяжется. Ну, это мужской, вот это вроде женский. Тяг. Отражение от камеры. Вот это тоже вроде женский цветок. Так, киви мои растут. Как-то этот послабее. Женский он уже дал побеги. Какая у него мощная уже это. Под 2 метра. Так, это ежевика. Ежевика спеет. Без проблем, вот такая крупная. Там кабачки. Это нас угостили кабачками. Получились какие-то тыквы. Растут. Так, хурма. Хурмы в этом году мало что-то. Ну, вот такие уже. Помидоры потихоньку спеют. Так, гранат мой еще один растет уже. Сколько сантиметров? 70 побеги у него. Новый фундук. Фундук растет. Даже он новые стал закладывать сережки на следующий год эти. Какие-то есть подсохшие орехи. Они отваливаются. Пустышки он. А так орех крупный. О, какие орехи. Достаточно много. Так, ну этот пустой. Там тоже огурцы, смородина, малина. Чак, да хватит, говорю, скакать здесь. Вот тоже моя тыква. О, уже какая большая. Такие у нас пироги. Так, опять тебя коты твои сухари погрызли, а ты их не ешь. Здесь у нас виноград так заплел хорошо. Здесь планирую, если киви разрастется, чтобы здесь киви росла. Этот виноград
Тоже грузди хорошие у него. Че рыжий? Тоже сухарей ждешь? Ладно. Тогда на этом все. Всем пока. Ты заходи, если что.